солдатский труд всегда нелегок. Особенно здесь, где ответственность значительно выше. Вдалеке от дома и взрослеют ребята быстрее. О бдительности и боевой готовности здесь помнят всегда. Скажите, пожалуйста, как далеко отсюда находится граница с ТРД? Расстояние не более 40 километров. Это что, близко? Ну, естественно, передовые, все, впереди нас больше никого нет. Что для вас, военного человека, означает такая близость с границей ТРД? Ну, во-первых, это постоянная ответственность за судьбу тех, которые находятся за нашей спиной, то есть тех, кого мы охраняем. И хотя сейчас у нас и говорят, что налажены отношения, но пока мы на это не ощущаем это на себе, по крайней мере, с тех вот выходов, сколько мы выезжали уже на границу, наблюдения, что не готовятся наши противники еще к разоружению. А что для вас означает служба здесь? Ну, это прежде всего защита своих родных, близких, защита интересов своей родины.